господа, главный судья соревнований Евниевич, старший тренер по футболу Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Ботвинко Андрей Николаевич. 12-е место заняла команда в турнире команд 2008 года рождения, заняла команда Атетис Вильнюс Литва. 11-е место заняла команда Торнадо Минск. Трактор Минск. Девятое место заняла команда Юниор Минск. Восьмое место заняла команда «Минск-3», город Минск. Седьмое место заняла команда «Псков 747» Российская Федерация. Команда награждается памятными призами. Шестое место заняла команда «Супернова» Латвия. Команда также награждается памятными призами. Пятое место заняла команда «Минск-1», город Минск. Четвертое место заняла команда «Волга-Брест». Команда награждается по дипломам и памятными призами. Третье место заняла команда «Минск-2». Команда награждается бронзовыми медалями. Let's go.
проводит главный судья соревнований Евневич Дмитрий Александрович, а также старший тренер по футболу Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ботвинко Андрей Николаевич. Капитану команды вручается кубок. Победителем турнира Кубок Минск 2017 заняла команда Чертанова Москва Российская Федерация. Команда награждается золотыми медалями, кубками, памятными подарками, призами.